Перед началом ролика хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ранее стало известно, что певица София Ротару находится в тяжелом финансовом положении в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии. Однако снижение гонораров за концерты в ее планы не входит. Как и раньше, исполнительница принимает оплату в валюте. На данный момент курс сильно вырос, а значит звать звезду на мероприятие стало крайне недешево. Однако, как сообщает Пятый канал, проживающая сейчас на Украине София Ротару готова сделать исключение для России. 5 декабря артистка планирует посетить фестиваль «Песни года», который пройдет в Москве. Она выступит совершенно бесплатно. Одной из причин такого великодушного решения стала дружба с композитором Игорем Крутым. В ожидании выгодных концертов певица любит выступать у коллег и близких друзей. Ради такого она даже готова посидеть несколько недель в изоляции. Напомним, не так давно София Ротару лишилась одного из стабильных источников дохода. В Крыму закрылся отель исполнительницы.